Новий конфлікт із сусідом тепер через газ. Україна та Угорщина викликали на килим послів обох держав, а все через підписаний Будапештом контракт із «Газпромом». Тепер упродовж 15 років Угорщина купуватиме газ напряму у Росії в обхід України. Таке рішення викликало масове обурення серед українського керівництва, на що Будапешт закликав не втручатися у внутрішні справи Угорщини. Кажуть, питання суто економічне і жодної політики тут немає. Я відкидаю спробу втручання у внутрішні справи Угорщини. Забезпечити угорців опаленням взимку – це наша робота. На це не може вплинути жодна інша країна. Які контракти Угорщина вирішує укласти, не повинно турбувати треті сторони. Я не можу пригадати, щоб ми колись критикували угоди України з третіми сторонами. Ми цим не займалися і нас це не цікавить. Україна заявила, відносинам двох країн завдано серйозного удару. Мовляв, транспортування газу в обхід України підриває не лише національну безпеку держави, а й енергетичну безпеку Європи. За словами Дмитра Кулеби, Україна відповість рішуче. Ми ж не заперечуємо право Угорщини укладати угоди з «Газпромом». Але ми чітко бачимо, що економічно ми могли б, Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який би включав транзит через Україну. Тому ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою Російської Федерації. Угорщина на цю вимогу пристала. Це не відповідає нашим інтересам. Ми свої інтереси захищаємо. І з одного боку ми розуміємо, що Україна втрачає через зменшення транзиту, обсягів транзиту газу, і ми розуміємо всі ризики запуску «Північного потоку-2». Тим не менше, нам, напевно, потрібні добрі стосунки з сусідами. І зараз складно назвати хоч одну країну, з якою в нас, ну, дійсно хороші стосунки, дружні, там, якщо не братські, то дружні. А ми ще загострюємо і загострюємо. Хіба це на користь Україні? Вы знаете, для начала я хотел бы сказать, что все-таки Украине надо развивать собственные месторождения газа. Украина совершенно независимой должна быть газодобывающей и газоэкспортирующей страной. В украинских недрах огромное количество своего газа. Нам не надо ни у кого покупать, мы можем только экспортировать. Почему государство не развивает газовые месторождения в Украине, это большой вопрос. Думаю, здесь коррупция, шпионаж и антигосударственная деятельность. Этим должно вообще заниматься СБУ. Украине надо немедленно развивать свои месторождения газа. Как и всего остального, впрочем, тоже. Это одно. Теперь второе. По поводу Венгрии. Вы совершенно справедливо сказали, что Украине надо иметь хорошие отношения с соседями. Кто ж с этим поспорит? Я знаю это твердо, что Российская Федерация в рамках гибридной войны работает с соседями Украины в том плане, чтобы завдавать Украине незручности и вообще нивелировать само понятие государства Украина. Владимир Владимирович Путин неоднократно, и он, и другие руководители России, но особенно он, говорил о том, что Украина не до государства. Он не считает Украину государством. И он и его подручные продолжают все делать для того, чтобы украинской государственности рано или поздно пришел конец. Они понимают, что прямое вторжение России сегодня невозможно на территорию Украины, но существуют же гибридные методы ведения войны. И, в частности, это подрыв отношений Украины с соседями. С поляками подорвать отношения России трудно. В Польше Россию, я имею в виду не страну Россия, а государство Россия, ненавидят так же, как в Украине, может быть, даже больше. Потому что Россия много сделала хорошего, в кавычках, для нормализации, в кавычках, отношений с Польшей. Там еще история по сбитому самолету. Взорванному, вернее, самолету президента Качинского и всего руководства Польши до конца не обнародовано. Мы-то понимаем, что там было. Мы это знаем. Все цивилизованные люди знают, что произошло с самолетом Качинского и кто в этом виноват. Но пока официально не сказали, хотя поляки уже официально и говорили это неоднократно, ну пусть скажут еще на весь мир, кто взорвал самолет с Качинским и руководством Польши в небе над российским Смоленском.
То есть с Польшей это не выходит. Это выходит с Белоруссией, естественно, это выходит с Венгрией. Почему выходит с Венгрией? Не секрет, что в Европе существует целая когорта политических деятелей, которые являются агентами влияния России. Не хочется сказать просто агентами, у меня для этого нет документов. Угу. Но есть поступки, которые говорят о том, что это прямые агенты влияния России. Давайте переличим, кто это. Среди них президент Чехии Земан, премьер-министр Венгрии Орбан, бывший президент Молдовы Дадон, Марин Ле Пен во Франции. Это, пожалуйста, посмотрите на двух руководителей крупнейших европейских стран, которые сегодня работают в нефтегазовых структурах России. Это, на минуточку, премьер-министр Франции Фион, зарубежнефтью руководит в Москве. Премьер-министр Франции Фион. Ну и Герхард Шрёдер, федеральный канцлер Федеративной Республики Германии, руководит одной из нефтегазовых структур. Что мы хотим? Такие люди, такие люди. Помните, Маяковский, когда такие люди в стране советской есть. Угу. Ну вот такие люди в России руководят нефтегазовыми структурами. Что уж говорить о таких, как Орбан, как Земан. Земан вообще у меня впечатление старый КГБшник, такой умудренный опытом. Орбан циничный человек, я думаю, и я думаю, что деньги не пахнут. Поэтому, учитывая не только Орбан, там же таких много, и в Венгрии в том числе. Вы что думаете, раздача паспортов – это чисто венгерская история? Убежден, венгерско-российская. Убежден. Потому что Россия делает все в рамках, повторяю, гибридной войны, чтобы просто насолить Украине. Вот чтобы Украине было плохо. У России светлые времена не тогда, когда у России что-то прибавляется, люди становятся более зажиточными, начинают лучше жить, дороги строятся. Нет, у России лучшие времена тогда, когда становится хуже Украине. И если опять-таки посмотреть эти уродливые программы на российском телевидении, я же не пропускаю. Только что вот к вам ехал, смотрел мою любимую Ольгу Скобееву. На канале «Россия-1» программа «60 минут». Уж насколько люблю ее. Она, кстати, заметно похорошела в последнее время. И связано это не только с тем, что ее муж Попов избирался в Госдуму и отсутствовал на программе. Я думаю, это больше связано с тем, что она обо мне часто говорит. А есть народное поверье. Когда обо мне говорят чаще, начинают лучше выглядеть. Поэтому и Ольгу Скобееву чаша сия не обошла. Так вот, ну опять Украина. Ну, бляха-муха, стране России нечем заняться. На всех федеральных каналах в прайм-тайм в полный рост уже почти 8 лет Украина. У них там творится черти что. Люди живут бедно. Мы же не берем Москву. Москва живет прекрасно. Я же справедливый человек. Москва – это заповедник красивой жизни. Люди живут прекрасно. Мэр Собянин, повторяю, замечательный мэр. Угу. Киеву такого бы мэра, кстати, наверное, не помешало, как Собянин. Ну, хозяйственник, слушайте, Москва процветающий Дмитрий город. Дмитрий Ильич, вам Виталий Извините. Владимирович не звонит после наших эфиров с вами? Так я же всегда ему это говорю то же самое. Ну, я же его люблю, я ему всегда говорю то, что думаю. Я Виталия Владимировича очень люблю, между прочим. Но одно дело любовь, другое дело отношение к работе городских властей простого жителя Киева. В Киеве неудобно жить. Угу. В Москве, судя по рассказам тех, кто там живет, и потому что я вижу, ну, очень удобная жизнь. Так вот, Москва – это не Россия, это другое государство. Россия – это Сибирь, Дальний Восток, Урал, Тамбов, Пенза, Новгород, Псков и так далее. Вот это Россия. Особенно если посмотреть фильм Андрея Лошака «Путешествие из Петербурга в Москву». Он проехался, как Радищев когда-то, из Петербурга в Москву. Но это жесть. Вот Петербург величественный, мощный. Только отъехал. Жесть. То есть об этом они не говорят на программах своих. Они говорят о том, как плохо Украина живет, как она разваливается, какие все негодяи, фашисты, бандеровцы, хунта и подонки здесь. Кстати, вас там часто показывают. Это вас там часто показывают, меня так за компанию. Да, вас за компанию, но это тоже хороший фактор. Они слышат хоть украинскую точку зрения таким образом.